Тонны макулатуры, позже ее переработают во вторсырье. Этим занимается Сибтара, одна из самых экологичных компаний в регионе. Предприятие имеет свой собственный пункт приема макулатуры. Макулатуру мы покупаем как у частных лиц, так и у организаций по Алтайскому краю и по Российской Федерации в принципе. Закупаем все виды бумаг, книги, картон, архивы с истекшим сроком давности. Также берем на уничтожение секретную документацию. Вы можете приехать в наш пункт приема, который находится на Малахова 1/2. Компания обладает всеми необходимыми мощностями по переработке бумажных отходов. Утилизацию подтверждает документами. После уничтожения макулатуры из них производится бугорчатая тара. Это всем нам известные решетки и контейнеры под яйцо. У нас увеличивается потребность в переработке. Мы с этим делом справляемся, корректируем составы сырья, состав композиции. У нас увеличивается потребность в кадрах. Соответственно, мы открываем вакансии. По нашим вакансиям можно узнать по телефону 506-325. Это наш отдел кадров. На предприятии уверены, победить мусорные горы и жить в чистой стране реально. Ловите волну зеленого тренда и вы. Сдавайте макулатуру на вторичную переработку в компанию «Сибтара».